Здравствуйте, меня зовут Андрей, хочу вам немного рассказать о себе. Я обучаюсь в университете на 6-м курсе по специальности разработчик программного обеспечения. Так как я не люблю сидеть на месте и вносить постоянное разнообразие в свою жизнь, я решил поехать на работу в Германию. Цель моей поездки – это заработать, конечно же, денег, увидеть страну и найти полезные знакомства. Так как нет времени долго говорить, расскажу вам сразу, что касается моего опыта работы по данной вакансии. В 2017 году я пошел работать на фирму, которая занималась монтажом охранно-пожарной сигнализации. Я проводил кабель, устанавливал и подключал пожарные датчики, устанавливал световые и звуковые оповещатели. Я хорошо владею большинством электроинструментов, так как не один раз подрабатывал на стройках. Я думаю, что вам нужны серьезные и ответственные люди. И обещаю вам, что буду максимально быстро и качественно включаться во все рабочие процессы. Хочу поблагодарить вас за внимание. И если у вас будут какие-то дополнительные вопросы, я вам с радостью отвечу. Спасибо.